Я на магазине сверху. Ты, правее, правее. Металл. Убил, убил на улице. Понял. Да, он на крыше. Не-не-не. О, я, по-моему, дал ему. О. Я пушку забыл. Типичная Аня пишет сейчас. Скорее всего. Ты сейчас бегаешь? Я у двушки. Нет. Бежит вдоль забора от двушки к тебе, к трешке. Еще есть. Прямо в торце двушки сидит. Я спрячу что-то в окно. Ногой пролезала. Про тебя знает, скорее всего. Ну, конечно же, я же товарища убила. Да, 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 ширкается. Меня контролит. Прострел просто. Не-не-не. О, я, по-моему, дал ему! О! Дам хае, проверю. Дал хае, выскачиваю. Да, тут минус. Ой-ой-ой, сейчас залетело ему. Это вакбан, блять. Просто вакбан. Я на улице. Я каску одел, если что. А вы где? А, тут бот ходит. Убил. Загасил, убил. Это моя. Внутрь. Я на большой. Я поджимаюсь. Поджимаюсь. Ты ходишь? Да я, это идея. Справа, по-моему, кого-то слышу, не уверен. В темке или в том районе. Прыгал. Сзади прыгал. На балку, что ли? Либо на балку, либо снаружи. Не слышно он. Слышал один раз прыг, и все. Зачем, блядь? Может быть, наверх поднялся. Ты там это сути. По кому это пулик? По рыбе. Кто сейчас стрелял вот сейчас? Противник, вероятно, убил пулеметчика этого, который стрелял по рыбе. Значит, Павел. Убила ступенька одного, ко мне спустился, да? А гранта не моя. Он над лестницами, которые там дальние. Спуск в подвал. Он над лестницами прямо. Ай-яй-яй-яй-яй! Аня, ты где? Иду туда, к лестнице. Так, над балкой. Не... Над балкой, чел. Уже над балкой? Да. Я у балки. Шатаныч, ты его убил. Да? Да. Понял. Сейчас я со своим челиком тут разберусь. Вон он, упырь! Убил. Бот помог. Красавчик. Первым. А с чем это был челлендж? Там какой-то калаш стрелял. Грабаш. Какой-то калаш стрелял по боту. А может быть бот стрелял по нему? Да. Как раз таки калаш. Там по центру там лежит. А, вот. Все, понял. Ладно,
пиздец. Так. Что такое? Я только пришел. Я пушку забыла. Серьезно? Да нормально. Я на нее оптику ставила, забыла взять. Сейчас найдем у кого-нибудь, спросим. Типичная Аня пишет чат. Скорее всего, он со второго стрелял. Да, справа. Че, не умираешь, что Вася, бля? Да. Какой-то живучий. Там, конечно, горностали, что-то такое. Алёнич по кому-то. Посмотрите, кто открыт под него. А КМС, кстати, есть. На БПшках. Вот это Ань сейчас, наверное, возьмёшь. Я могу просто КМС отдать. Но он хотя бы немножечко заапгрейженный. У меня, значит, сейчас Эксел кто-то упал бы. Он тут ходит. На первом, мне кажется, слева. Не уверен. Шаги вроде бы. Грана... Выходи вправо. Чтоб меня не срезали на углу. Стоит, вдали справа, вдали справа. Слышал. Ай. Убил? Там МДРка, нет, там МДРка. Он на улице был? Нет, сразу за лестницей справа, где ящик. Я говорю, на улице. Да там еще не улица вроде. Там справа гранату. На улицу. Убил одного. Ага. Контролил его, сидел. Какой-то, по-моему, ширк сейчас слышал, еще один, не наш. Слева? Справа, медичка кто? Не мы, не мы, не мы. По забору. Забор. Да, блин, никак не убил его. Синяя сумка. Или грим. Туалетом убежал или куда? До туалета где-то. До туалета за холмики за этом. Да, туда, да. Левее беру. Беру угла левее. Дам еще грену. Он за медичку убежал. Он за медичку. Забор хера. С медичкой. Он побежал в сторону бомжа. Ну, короче, либо он за медичкой, либо зайдет внутрь, либо будет в стороне бомжа. Угу. Я намала тоже. Я справа, чтобы он здесь. Временно. Ха, я за мусорку дам. Ты сейчас по дереву ходишь. Кому? А мне, походу. Много медички. Тихо, второй этаж, медичка. Бил? Телегрим? Нету сумки. Синяя сумка валяется на земле. Я буду сейчас за медичкой, вот они забыли. Он тут поубивал типов немножечко. И еще разменялись они с кем-то.
Три жетона. Главному подбежал. Захожу внутрь. Там не забудьте, еще один лежит. А, можно? А, хотя... Очки, ушел в сторону ГС. ДРК, да, вот, типа? Да. 80-е патроны брать не буду. А, мне трассер пролетал. То есть там, видимо, смесь. Наверное, смесь. Сейчас посмотрим. Внутри. Да, тут все подряд у него. Что у нас там по времени-то? Вот где-то через 32 минуты мы посмотрим. Если что, будем заливать. Вы у магазина ширкаетесь? Большого Нет, понял. У меня есть у магазина два. Все, вернемся. Ты спереди магазина? Да. Мы в остановке пойдем сейчас в ту сторону магазина. Я сейчас сзади посмотрю с холма. Они за трешку убегают к палаткам. Да. Я на магазине сверху. Не на холме. Холме. Нет. Да иди нахер! Стал. Металл. Стоит в первом, да? Понял. Обхожу сзади. Рядом нет. Да. Я контролю пристрой. Я в окне, он в комнате, где туалет и выход на детскую площадку. Вот он с вектором. Я знаю. Я по нему. Он высовывался на тебя. Вот это, да, сразу комната? Да. Нет, не это, другая. Правее. Правее. Металл. Убил на улице. Все, красиво сыграно. 41-й. Русский. 30-й. Срэшки пошел закладывать. Ну, повезло. Unlucky. Поднялся по этажам. Чем странно, что я его не убил. О, полетел. У меня уже сидят. А, это кто убивает? Лежит! На мусоре? Да, я на первом напротив центра, он. Где, блин? Строй на диване. По-моему, на мусоре он был. Меня стреляет. Нет, он пушит меня. Так. Я на центре, что ли, на главных воротах. Без хп вообще. Понял тебя. Сейчас дам грену ему туда. Поживи чуть-чуть. На первом, да? Да. Спрыгиваю. А капец, я служивый! Пристрой, буду давать гранаты. Бля, бот, отстань. Хуйло, вот хуйло! Конец тебе! Спугнул его к дивану. У меня 100 хп, я хили зелен. На диван прямо он запрыгнул. Кто-то за трешки бежит с холма, подбегает. Хорошо. Кто-то за трешкой. От холма подбежал. Слышу. Я броня 0. Напротив запрыжки он. Хит минус. Я на улице. Хорошо. Я у машины, где граната. Я на первом пристрою. Сколько минус получается? 3, да? Сколько? Я не знаю, я одного убил. У меня 2. Значит, 3. Кусты! Я у твоего трупа! А, понял. Выскачиваю в окно. О! А это кто? Ты что, Аня? Это не я.
А чё тут бот сидит, блядь, смотрит на меня? Ты зачем сюда его посадила, бля? Что, мы тебя контролируем. Блядь. Вдруг что-то сделаешь. Не испугался ни разу по голосу шать. Хереть, бля. Посадила меня бота сюда, бля. Заминировала тапочек. Я на холм ушла. Шаурмы подбегают, по-моему. Я на холм ушла. Может, меня слышу. Да-да-да, я к Рёхе уже иду. А? Ходит под дерево. И сверху на третьем. Туалете? Что, блять? Чё? Ты ему попал раз 6 в голову. Я слышу, что он там что-то. Хера себе, о, блин. Слева шаги. На главном один хилится. Туалета, погоди секундочку. Сейчас с двух сторон его зажмем. Убил кого-то. С фонариком захожу. На главный. Фонарем. Я захожу сбоку. Захожу, захожу. Так, этот минус. Здесь труп на первом. Поднимаюсь по этажам. Труп на первом. Вот. Дайте хае на третий центр. Хае, дайте на третий центр. Дам сейчас, дам сейчас. Тихо, тихо, заврите. Вот слева сейчас ходит медленно, слышите? Бот. Дальше Рашу. Помогаю на втором. Не увидел третий. Видимо, это он с третьего, может быть, спустился. Возвращаюсь на первый. Есть труп на третьем какой-то. Возможно, хае зашла. Да, хае, по-моему, твоя зашла. Даю еще. Поднимитесь на третий. Подсобите. Давай, давай, давай. Ушла дальше в Мещенку. Я с тобой. Буду пробегать по правой стороне на крышу. Лево взял. Крыша чисто. Лево никого. Кухню просматриваю. Мещенка открыта. Все. Посмотри, взял его? Да, ФК. Хе-хе. Бля. Я прыгнул. А зачем было хорошо? Ну красиво же, но ёб твою мать, пускаясь на первое. Да, только то, что он не умер от того, что ты ему по голове тогда на первое. Ну это, конечно, да, это вот... Не, я слышу только... Чё ты крякаешь, там крякаешь, думал, ну как бы дор. А, ну я потом кинул ему грену туда же в туалет и взорвал еще одного. Ясно, блять. Бан? Блин, как-то странно, как я отсюда... Гляну комнату. Кстати, трешки с учетом того, что добавили разведданные, будут теперь чаще народ находиться. Очень мало. Что-то выстрелы прекратились. Тихо, 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 ходит, кроме замер, нас. Замер, замер. Вот на месте крутится сейчас. Это я оружие скинул вот так. Тут еще шаги какие-то. Я наверх поднимаюсь. Есть! Где? С биотуалетов. Убил. Хорошенький. Всю броню мне вынес нахрен. Я думал, там не один. Лево направо шел, ты не понял? Просто был напротив этого. По-моему, справа налево он шел, старый как будто бы. Этот вообще никого не убивал. Этот с медички пришел. Надо идти через старую реально туда, в ту сторону. Там могут быть люди. Там-то лишь что-то стреляло. Как ППшку слышал. Кровь второй этаж. Стекло разбито. Магазина захожу. Пролетаем эту сторону.
стороны, короче. Чисто. Дам сразу на третий. А, зашла, вроде зашла. Шагов. Куда пробежал? Я на втором. Второй гляну. Тихо. Вроде у меченки. Так, тут залутанные. Со стороны магазина. И у меченки. Да, блядь. Выход на крышу, что ли, сел? Где на? Нам. О, понял. Да, он на крыше. Убил. Я на первом. А у стороны магазина тоже кто-то слышал? Не знаю, там кровь была на стене. Бля, сейчас как АГС накроет. Ну да, он их полутал уже. Скорее всего, с ним они дрались. Так. О, блять, кого-то я взорвал гранатой. Где? А, в общаге где-то. Там, да, там кто-то был все-таки. Я ж там кровь увидел на стене, кинул туда гранату. Но не было ни звука там, ни стонов, ничего такого не было. Но там сидел чел в этой комнате. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.